Всем привет! Сейчас я вам проведу небольшую экскурсию по Global Arena. На сцене был, саундчек рум был. Наверное, тут тоже был просмотровая комната был. Пресс-центр был, не был. Это не знаю, был или не был. А вот на таких штуках нас возят, такие супер-кабриолеты. Она работает на электричестве. Скорость 20 км в час. Больше нам нельзя, а то еще и взлетим. Хочешь сам порулить? Окей, come on. Слушай, а неплохо так. I'm a good driver, right? Yeah, I will help you learn how to fly. Волонтеры – это те ребята в розовых футболках. Те люди, которые нас постоянно сопровождают, следят за тем, чтобы мы не заблудились. Сюда нас приводят, и это прямой путь к нашим гримеркам. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Айван погулять. Я рад тебя видеть. Чем занимаешься? Хожу везде и снимаю всех на камеру. Hello. Yeah! We love Belarus. Как видите, тут все друзья. Delegations Bubble. Я до сих пор не понимаю, почему Delegations Bubble называется Delegations Bubble. Что за пузырь такой-то? Здесь куча гримерок. Привет! Привет, Айван. Как дела? Я рад тебя видеть. У тебя уже была репетиция? Нет еще. Мы только собираемся идти на сцену. А ты уже репетировал? Как это было? Я был голым и с волками. Ты собираешься выйти голым? Сумасшедший парень. Почему нет Бельгии? Я еще не знаю Лауру, но мне очень нравится ее песня. What's the pressure? Hello. Hi. I'm from Belarus. Я Айван из Беларуси. А песня What's the pressure? Лора Тесоро из Бельгии. Моя самая любимая на конкурсе в этом году. Дух соперничества и какого-то конкурса вообще не чувствуется. Если ты голоден, чай, кофе, все в твоем распоряжении. Ножик, мед, лайм, имбирь, чай, чайник, горячая вода. Айван, чай готов? Шикарно. Добро пожаловать, проходите. Вот тут берут интервью, пресс-конференции и все, что с этим связано. Мы находимся сейчас в пресс-центре. Ну, как видите, артисты постоянно работают, постоянно в движении, а тут люди сидят за компьютерами и играют в какие-то видеоигры. Вау! Here I go again on my own! Пам-пам! Yeah! Наша экскурсия закончена, сейчас мы направляемся к выходу.